Якутяне сегодня празднуют День государственности. В 1990 году в Якутске была принята декларация о государственном суверенитете. По традиции в этот день глава республики Егор Борисов вручает награды людям, которые внесли весомый вклад в развитие региона. Борисов отметил, что сегодня достижение целей зависит не только от руководства, но и в большей степени от самих тружеников и населения республики. Я считаю, что вот эта награда как раз она такая именно оценка всего труда нашего коллектива по объединению нашей республики вот в такое общее пространство правовое, информационное. Награда, значит, для меня это итог всей нашей работы муниципального образования Качкацкий наследник. Я благодарна всем своим коллегам и жителям своего наследия за ту поддержку, за ту помощь, которую они оказали мне по всей этой работе.